Во Вроцлаве умер человек, потому что не было свободной машины скорой помощи. К вроцлавянину, у которого произошла остановка сердца, вызвали скорую. Но она не смогла приехать, потому что в то время в городе не было свободных машин. К мужчине направили вертолет скорой помощи, но и тот ничем не смог помочь, поскольку не было где приземлиться посреди города и многоэтажек. После этого на указанный адрес прибыли спасатели, однако не смогли уже ничем помочь. Больной умер. Инцидент произошел вечером 6 марта в жилом комплексе «Гай». Почему же скорая помощь не приехала? Михаил Новаковский с Маршалковского управления, в рамках которого действует служба скорой помощи, поясняет, что тот день был сложным, и на номер экстренной помощи поступило почти 1000 вызовов.